Вот и прибыли на станцию Хаджикент, а вон там вдали подъем в горы. Мы, наверное, на 2-3 дня. Ой, тут вообще все капитально сделали. Ремонт железной дороги сделали. Всю зиму мы не были. Вот сейчас перейдем в наше место, где мы всегда отдыхаем. Мы на такси ехали, да? Неудобно здесь, да, ехать? А вон даже речку видно уже. Нашу речку, где мы сейчас отдыхать будем. Такие горы, свежий воздух. Канатная дорога видна. Станция Хаджикент. Она последняя, да, или дальше сделали тоже? Последняя станция Хаджикент. И вон там канатная дорога. Мы уже там были однажды. И вот мы куда идем. Местечко тут у нас есть хорошее. Какая вода бирюзовая. Смотри, какая бирюзовая вода. Директор гостиницы не знает, что мы едем. Тогда надо было позвонить. А это что, алыча? Алча дикая. Дикая, но ее кушать можно? А? Осторожней быть надо. Наше место оккупировано. Ну ничего, сегодня они все уйдут. Что-то и директора не видно. Вода вообще бирюзовая. Все высохло, очень жарко. Чей? Да? Голоса уже слышны, люди загорают. Подожди, меня что-то мне немножко... Неудобно? Не. А как спускаться-то там? Давай вот эту хотя бы палатку.